Итак, друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем заниматься укладкой керамогранита на пол. Что нужно знать, что нужно учитывать перед началом укладки плитки? Ну, в данном случае у нас это керамогранит размером 60 на 60. Вот такой вот он. Красивый, беленький, с серенькими такими проблеклостями. Ну, под мрамор, скорее всего, так он называется. Так, вот, в общем, у нас тут... Да, много коробок, которые мы должны уложить в нашем коридорчике. Так, ну вот получается вот здесь вот, здесь, и вон там, и там тоже, короче. Ну и, соответственно, он должен у нас еще пройти вот сюда, и вот здесь тоже немножко захватить. Первым делом нам нужно... Начать с того, что нам нужно вот эти вот швы, которые вот у нас есть, да, их нам нужно защитить. Точнее, защитить плитку от вот того, чтобы вот было преломление вот на этих двух поверхностях. То есть сюда мы будем клеить специальную мембрану для того, чтобы во время деформации отдельных плит у нас плитка вот в этом месте не треснула. Так, ну это мы сделаем чуть позже, а пока нам нужно вот здесь вот уложить небольшой коверчик. И начинать мы будем именно вот с этого основного коридора. Почему мы будем начинать именно отсюда? Потому что, во-первых, именно отсюда у нас плитка пойдет во все другие комнаты. И мы будем начинать ни в коем случае не от стены, не от двери, ни от какой-либо другой плоскости, откуда могут начать. Ну, можно начать, но мы этого делать не будем. Начнем мы именно вот с этого вот коридора. Нам нужно замерить центр этого коридора. Вот центр коридора и центр вот этого вот прохода. Следовательно, вот на пересечении двух вот этих вот коридоров мы будем начинать укладку. Шов у нас будет вот так вот по центру и вот так по центру. И, соответственно, отсюда уже потом все пойдет туда, туда и туда. У нас будет диагональная укладка, то есть у нас будет укладка производиться... не параллельно стенам, а именно вот по диагонали под углом 45 градусов. И уже потом мы придем к выходу. Изначально планировалось сделать от выхода, но тогда мы в этом случае бы не знали, куда и как придет наш рисунок. Он мог прийти так, как нам надо, либо прийти так, здесь вот 10 сантиметров, а здесь, допустим, 40. И это, согласитесь, было бы некрасиво, когда мы ходим по этому коридору, а по нему мы будем ходить очень часто, так как это самая проходимая зона. Здесь у нас комнаты, ну и, соответственно, там тоже. Все, что мы видим перед собой, у нас должно быть всегда красиво. Ну и, соответственно, как сюда придет плитка, мы тоже это все рассчитаем, но уже тут, в принципе, не важно, как она придет, так как этот момент мы видим только когда заходим, а скорее, когда выходим, потому что заходя, мы не обращаем внимания вот на этот момент. Итак, в общем, начинаем процесс с подготовки основания. Мы будем ее пылесосить, грунтовать, защищать деформационные швы. Ну и, соответственно, приступим к укладке плитки керамогранита. Вот это вот. Все красивые кривые прямые линии мы будем делать на этом плиткорезе. Клей будем использовать C2TE. Фирма Glimps, а это у нас все на ванну. Ну, это будет потом. А тут наливайка, короче, по комнатам. Вот, начать закончилось, приступаем к работе. Поехали.
общем, вот так вот завершался один рабочий день с укладкой керамогранита вот на данный участок пола. Сегодня будем продолжать работу, также будем делать подрезки. И сегодня должны привезти нам мембрану, которую мы будем приклеивать по швам. Вот. Продолжаем работать. Итак, мы продолжаем работу по укладке керамогранита на пол. Вчера постелили вот эту вот часть. Также уложили здесь мембрану мопай для деформационных швов. Здесь мы сделаем это сегодня. Здесь, здесь, там. И вот тут тоже мы закрыли шов. Вот. Ну, сейчас будем продолжать укладку керамогранита и выйдем вот в эту вот комнату.